с вами я, Акера, и сегодня я снимаю видео о моих новинках, но это не поэты. Просто сегодня я отмечала приезд Акеры, и мы накупили много всякой всячины, и просто я не могла не снять обзор, я не смогла удержаться, извините. Ну, думаю, вам будет интересно посмотреть, потому что тут есть для поэтов некоторые вещички. Ну, давайте начнем. Тут этот здоровенный пакетище, тут вам ничего не видно, потому что фокус отсутствует. Короче, это здоровенный пакет, будем сейчас распаковывать. Влог я не сняла, ибо мне было просто лень, иначе я бы все, как всегда, сборола. Что ж, начнем с первого, что я достану. Так, как тут много срача, да? Так, ну что ж, первое, это, наконец-таки, резиночки. Что на мне? Да, прекрасно, слушай. На мне сейчас одеты эти резиночки. Да, не удержалась. Это самый маленький набор, что тут был, тут и цена, ну, думаю, да. Тут самые маленькие, тут крючочки есть. Но я плести из этих резинок не буду, я и не умею, собственно. Просто я взяла для пэтов. Я очень люблю делать из резинок для пэтов всякие хрени, такие, как это, самое простое, то, что я умею. Если хотите, сниму обзор. В общем, вот такие вот резиночки. Следующее, да блин. Это вот такой вот милый няшный зайка. Ну, вы знаете, такой попрыгунчик. Да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я просто не удержалась, чтобы не купить этого милого няшного зайку. Просто, ну просто. Няш. Дальше слизюка. Почти что цвета Акеры. Ну да, почти. Сейчас мы ее распакуем. Сейчас распакуем. Где там распаковать? Да блин! Сейчас как бы распаковать. Ой, я не могу, у меня ногти. Блин. Ну вот ты здорово. О, фу, что это такое? Ты что, палец? Бля, фу, посмотрите, какая противная жижа. Фу, о, господи, тут какой-то палец. Фу, ребята, это ужас. Никому не советую. Прощай. Так, дальше это принадлежность для английского. Это такие закладочки на книгу, потому что я вечно забываю закладки. Естественно, закладки. Так. Обожаю эти закладки. Обожаю, они такие классные, они такие крутые. А еще мне дала телефон, вы знали это? О, айфончик. Я хочу. Нет, я хочу. Туфли мечу и айфон хочу. Ну вот у меня этот айфон есть. Ладно, шучу, это всего лишь блокнотик такой реалистичный. Реалистичный, что? Такой реалистичный. Реалистичный, да. Обожаю. Айфон 5S. Я такая крутая, да? Если кто не понял, это сарказм. И вообще это прикол. Просто есть тут особо у нас. Спанч Боб. Я обожаю Спанч Боб. Мой любимый Спанч Бобик. Я не забыла про тебя. Это наклейки Спанч Боб. Они довольно такие... ну, как объяснить? Короче, они такие... ну, как, выпуклые чуть-чуть. Чуть-чуть совсем. Очень классный, очень-очень классный. Ня-ня-ня-ня-ня. Fun love просто. Стразы. У меня тут еще одна страза на ногте. Стразу, да. Вам больше всего понравилось из товаров, показанных мною? По мне, так они все крутые. Но мне больше всего понравился айфончик, потому что я люблю айфон и хочу айфон. Резиночки, потому что они классные. Ну и, пожалуй, стразы. А про зайку забыли. Пока, ребят! Надеюсь, вам понравилось это видео, и вы особо не обиделись, потому что я снимаю именно такого жанра. Это первый и последний раз. Просто, ну, это же Акера.